Всем привет! Сегодня я снимаю распаковку посылки от Ксении Павловой. Сегодня приехала ее посылочка. И сегодня мы ее распакуем. Я уже приготовила ножницы. Буду делать это одной рукой. Итак, сейчас мы вывалим все оттуда. Так, вроде это все. Ну что ж, давайте все разберем. Итак, Ксения положила очень много всего. Так, давайте начнем. Я распакую все вот эти вот маленькие. Не знаю, подарочки, что ли. Вот такие вот заколочки и резиночки отправила Ксюша. Также значки и вот такую вот фигурку Angry Birds. Спасибо большое. Также Ксюша отправила мне письмо. Если там будут вопросики, то я вам их обязательно прочитаю и отвечу на них. И тут еще что-то есть. Так, в письме я нашла несколько вопросов. И также Ксюша нарисовала мне вот такой вот плакат. Сколько сантиметров Ариша и какой она фирмы? И где ты ее покупала? Я ее покупала в магазине Бегемотик от фирмы Гука. Как узнали одноклассники о твоем хобби? Ну, по-моему, кто-то из девочек нашел мой канал. И, ну, конечно же, я просила, чтобы, допустим, никто никому не рассказывал об этом канале. Но как-то вот со временем я уже и сама перестала стесняться этого. И сама могла обсуждать тему о своем канале или мне задавали вопросики какие-нибудь. Вот, я им отвечала. То есть, ну, все как-то прошлось. И изначально, наверное, было немножко, может, даже стыдно, но сейчас я это так не думаю. Мне очень нравится вести канал, и, можно сказать, меня даже поддерживают в этом. Также еще первый вопросик был, куда отправлять вопросы в видео вопрос-ответ. Вопрос-ответ я снимаю очень-очень редко, раз в полгода, вот, потому что это очень трудно, вопросы всегда меримо-немеримо, но, в принципе, ты можешь задать вопросики мне в личных сообщениях или же в группе. Иногда я пишу такие посты, чтобы мне писали вопросики, и потом в видео я на них отвечаю. Я буду рада Сигне или приветику в видео. Привет, Ксюша. Очень люблю вас. Удачи. Спасибо огромное за такое письмецо. И давайте посмотрим все, что еще осталось тут. Так, это у нас маленькая маечка. Только, к сожалению, я даже не знаю, кому ее одеть. Поскольку у Брианочки и у Хлои неполные ручки. Но я думаю, что с этим я что-нибудь придумаю. И также Ксюша отправила нам такие вот трусики. Они, наверное, тоже будут большеваты. Надо будет немножко переделывать резинку, чтобы... Ну, в общем, они будут большеваты. Брианочки. Ариша с Хлоей тем более. Но все равно большое спасибо. И также это вот такая вот одноразовая пеленочка. У нас давно закончились уже красивые пеленочки. И вот сейчас у нас появилась такая вот новенькая. Я извиняюсь за такую съемку, потому что у меня сейчас просто нет времени. Но так как пришла посылка, я решила сразу же заснять, чтобы ее сразу же распаковать. Вот. Так что на этом было все. Еще раз большое спасибо, Ксюша. Сигну я тебе обязательно отправлю.
личных сообщениях. На этом было все. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.